Праздник добрососедства развернулся во дворе 28-го дома на проспекте 30-летия Победы. На яркую гирлянду из флажков и веселую музыку было трудно не обратить внимания, поэтому на торжество пришло много гостей – и взрослые, и дети. Каждый смог найти себе развлечение по душе, ведь организаторы подготовили различные тематические площадки – спортивные, творческие и познавательные. Пока одни проходили развлекательные станции, другие смотрели концерт. В числе почетных гостей праздника двора на проспекте 30-летия Победы был и глава города Олег Климанов. Он поздравил жителей и отметил активистов, благоустраивающих внутриквартальные территории Заречного. Настоящим патриотам родного города были вручены подарки и благодарственные письма. Мы сегодня здесь с вами встретились для того, чтобы поблагодарить вас за то неравнодушие, за то участие, которое вы проявляете к нашему любимому городу Заречному, к своим дворам, к своим территориям, за то, что вы их сами благоустраиваете, не ждете, когда к вам придет управляющая компания, потому что вам не безразлично, где вы живете, где живут и растут ваши дети, и я за это вам особенно благодарен. Двор – это территория, которая должна радовать и вдохновлять. В этом уверены жители Заречного. Поэтому они стараются облагородить свою дворовую территорию, сделать ее уютной, чистой и красивой. Двор свой любите? Конечно, конечно. Как ухаживаете за ним? Ну, цветочки сажаем, как, поливаем иногда. Успеваем, с дачи привезем, посадим. Молодцы, хорошо организовали, нам очень нравится. Жители многоэтажки активно участвуют в городском конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор». На празднике они смогли оценить свою проделанную работу и немного отдохнуть от забот. Но скоро они снова возьмутся за преображение родного двора. Диана Котлярова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».